Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Ми повернулися і знову маємо цікавого гостя. Насичений сьогодні у нас такий ранок. Говоримо зараз про моду, про стиль, тому що в гостях у нас Яна Мурзаєва, персональний стиліст. Доброго ранку. Доброго ранку вам. І сьогодні говоримо про моє улюблене, про чоловіків. І про стильних чоловіків, що вдвічі тобі приємніше. Да, доброе утро. Мне тоже очень приятно проговорить про мужчин и про стильных мужчин, поэтому давайте с удовольствием скорее начинать. Вот лето наближается, ну и вот в принципе с девчатами уже десь інколи легше, вони уже десь самі розбираються. Наскільки у нас чоловіки розбираються у моді? Ну, я не могу сказать в процентном соотношении, но, конечно, намного меньше, чем женщины, хотя и в Мукачево, и в Ужгороде я вижу, отмечаю для себя очень много классно одетых юношей. Что диктует стрит-стайл, это диктует уличная мода, и когда я начала копать и углубляться в этот процесс, то я поняла, откуда растут ноги, откуда растет стиль, и почему наши парни стильнее выглядят порой, чем взрослые мужчины, у которых достаточно средств и возможностей выглядеть стильно и красиво. А вы можете от, окреслити тенденции? Все ж таки йде це на покращення, тому що от інколи є таке, що всі сірі, там поодинокі такі бувають випадки, коли людина і справді стильна. Тепер і справді дуже багато гарних молодих чоловіків. Можливо, просто це вже я старше. И опытный глаз. Ну, конечно, есть покращения. Конечно, во-первых, очень много в интернете информации, в Pinterest, в Instagram. И молодые люди, они сейчас очень активно смотрят, у них другой такой очень искрометный ум, искрометный глаз, они сразу видят, подчеркивают, и мы видим этот результат. А что и в трендах, что в моде, какая стилистика стрит-стайла, какая стилистика casual? Вот сегодня я бы хотела поговорить об этом, потому что это нужно, это можно использовать каждый день, и об этом легко говорить, и это легко использовать, легко ввести, не только об этом говорить, а использовать эти вещи. А в первую очередь, casual – это стиль повседневный, насколько мы знаем. Это стиль может быть слегка деловой, но смешанный с спортивным, с удобным, с комфортным стилем. Но сейчас casual делится еще и на стрит-стайл, на уличный стиль. Какая разница между этим? Разница вот такая. Стрит-стайл диктуется скейтерами, милитари, хип-хоперами, какими-то бейсболистами, то есть определенной субкультурой, которая очень развита и очень активно проявляется и не только в своих навыках спортивных, допустим, или танцевальных, но и в одежде, потому что если это хип-хопер, у него будут какие-то объемные вещи, какие-то яркие вещи с надписями и так далее. Плюс еще стрит-стайл, естественно, диктуют высокие дома моды, такие как Balenciaga, например, потом подхватывают масс-маркет, такие как Zara, Pull&Bear, Bershka, и уже доходят к нам. То есть это возможно купить не только людям, у которых большое количество средств, но и средним. Ну и, естественно, есть секонд-хенд, в котором тоже, зная знания, имея вкус, можно купить себе абсолютно классную стильную вещь и создать из этого крутой лук. Чем будет отличаться внешне? Может быть, мы выведем картинку? Так, мы попросим у наших режиссеров нам дать изображение, для того, чтобы мы легче могли говорить про то, что есть. Ну, от. Да, допустим. Здесь у нас представитель мужчина, одет в стрит-стайл, и можно сказать даже casual тоже, потому что стрит-стайл от casual также отличается своим объемом. Здесь у нас фигура достаточно пропорционально подчеркнута и используется многослойность, что очень круто и очень стильно. В многослойности важно, чтобы нижняя вещь была длиннее, а верхняя вещь была немного короче. Плюс нижняя вещь должна быть более мягкой по текстуре, потому что верхняя вещь не должно быть видно пуговиц продавленных, швов продавленных и так далее. Еще очень интересен цвет. В цвет входит для таких более стильных мужчин, для более смелых мужчин, такой нежно-розовый, что немного нивелирует такую брутальность мужскую, показывает мужской характер, но тем не менее, что он настолько характерен, что может быть слабым даже. Вот, вот это вот сочетание, да, придает шарм, придает мужественность, потому что мужчина может спокойно это показать, как мы видим на картинке. Ну и стиль. А также брюки. Мы видим здесь узкие брюки, или это джинсы, плохо мне видно сейчас. То, в любом случае, если это джинсы, могут быть джинсы в обтяжку, и очень круто, когда это прорези на коленках.
Ну, він красунчик, чесно кажучи. Хоча абсолютно три нічим не виділяючіся речі. Так, зараз ми подивимося, що у нас далі. О, це вот здесь уже представитель стрит-стайла, такого хіп-хопа. Що характерно для хіп-хопа і для стрит-стайла? Сочетання цвітів. Це буде чорний, допустим, серий или темно-серий, білий і оливковий. Здесь у нас білого нет, є серий, чорний і оливковий. Є многослойність, є об'єм. Що значить об'єм? Об'єм – це коли річ виглядить чуть-чуть на пару розмірів більше. Здесь вона просто на пару розмірів більше. А бывает еще, когда спущена линия плеча и спущена линия рукава. У нас объемный верх, он достаточно широкий, но низ должен быть тогда узкий и с зауженными джинсами, например, те же разрезанные коленки. И классная, интересная обувь, такая как кроссовки, такая как яркие кроссовки, как Adidas, как Jordan, вот в таком стиле. Наступно. Идем дальше. Вот здесь вообще очень крутые стрит-стайлеры. Заужены, очень актуальные брюки с зауженными носками. К низу вы видите. Опять же, объемные вещи. Такие они полуспортивные, полуяркие. И белые, совсем, казалось бы, ненужные здесь кеды. Но фишка в том, что нужно уметь сочетать несочетаемое. И в этом тоже уровень стилистики. Наступно. Здесь Дэвид Бекхэм, один из самых высокооплачиваемых футболистов. Да. Ну, это не главная фишечка. Да, на самом деле, до появления Виктории Бекхэм в его жизни, Дэвид не был настолько стильным и настолько вытонченным. Но, конечно, Вика сделала для него очень много, и он сейчас является один из самых стильных мужчин в мире. И здесь мы видим хороший стрит-стайл, кожаная куртка, джинсы в обтяжку, цепочка обязательно, он очень любит эти цепочки на джинсы, и яркие вообще такие оторванные кроссовки. Эх, чоловіки, що б ви робили без жінок? Хотіла про це поговорити, трошечки пізніше більше розгорнемо, а далі давайте ще трошки покоментуємо, бо дуже цікаво. Да. Здесь у нас многослойность. Многослойность очень интересная тема, она очень актуальна. Это такой тренд, который вошел давно и очень используется много лет и в женских тенденциях, и в мужских тенденциях. Он привносит определенный вкус, определенную смачность наряду. Вот. И многослойностью можно нивелировать любой образ, любой стиль. От делового до спортивного соединять спорт и шик. И будет выглядеть очень круто. Ну, допустим, вот посередине мы видим такие вот порванные, разодранные джинсы. Внизу белая длинная футболка, сверху худи черный. И еще сверху черный, черное классическое пальто. Класс. Багато. Вот, да. И кепочка. Ну, и бейсболка. То есть здесь соединен обычно строгий стиль и соединен с таким оторванным хип-хоповым, спортивным, что придает ему особого интереса этому мужчине. То есть видно, что у мужчины есть определенный интеллект это все собрать, и он выглядит интересно. Хочется на него смотреть и думать, как он это все сочетал. Хлопці, я не так часто бачу вас десь на вулицях нашего міста у таких классных луках, тому обов'язково прислуховуйтесь. Да. Здесь достаточно такой хороший летний casual, защитные цвета, монохромность в оттенках, то есть практически зеленый использован в разных сочетаниях. Обуты тотс на... это называется топсайдер обувь. Она без носка, что тоже очень важно носить. Обувь без носка, если вам некомфортно, то тогда используйте следы. Вот. И все очень просто, но все очень грамотно по цвету, по сочетанию формы одежды. Это простая спортивная футболка и строгие шорты. И обувь без носка. Наступность. Вот. Вот здесь тоже очень интересный такой стиль, это casual, это простая футболка базовая, базовые ровные джинсы и строгое красивое пальто верблюжьего цвета, тоже такое смешение люкса, смешение делового стиля и смешение спортивного стиля, вот дает нам такой необычный и стильный результат. Ну дуже и окуляри, красивый. Я думаю, вони дуже підкреслили окуляри, образ. Да, и, конечно, и очки, которые правильно подходят под форму лица, и, конечно, это, да, это сразу же большой плюс в образ. Ох, тут такий брутальний чоловік.
Да, это хороший casual, здесь, во-первых, у него хорошая фигура, что хочется пожелать всем нашим мужчинам, пожалуйста, занимайтесь спортом, следите за своим внешним видом так или иначе, следите за своим здоровьем, потому что вы нам нужны, здоровые и красивые, но еще красиво одетые, поэтому здесь у нас обычная белая футболка, брюки в обтяжку, цепочка, бейсболка и парка. Здесь очень интересный многослойный, объемный стрит casual, розового цвета, опять же, вот такого как бы нежно-розового приглушенного цвета бомбер. Внизу спортивные брюки, на них одета серая рубашка, бейсболка, кеды, все. И он готов покорять мир, покорять скейт, все что угодно. І жінки. Ну, а це от... Дуже сміливий дуже варіант, класний. Світлі штани. Не так часто можна на чоловіках, мені здається, зустріти. Так, да, зато світлі брюки, взагалі світлий цвіт в одежді, він придає определеній розкоші і дороговізні наряду. Тому зря не хочуть використовувати, то ли бояться, то ли не привикли. От якраз мені здається, що світло якраз такий виклик, і да. От подивіться на мене, я впевнений в собі, да, принаймні да, мені. Да. Так, по крайній мірі, у мене хороша стиральна машинка, у мене хороший стиральний порошок, у мене все в порядку, я не переживаю ні о чому. У мене хороша фігура. Чесно кажучи, інколи мені здається, що краще подумали про те, що я уникну кольору camel. Це camel, так? Чи воно трошки, чи вони білі? Я просто ні, вони це якийсь це молочний, туда, сіромолочний. Бо інколи я бачу чоловіків у таких брюках, в таких штанах, і мені просто хочеться сказати, одягни просто джинси, чувак. Ну, не треба, тому що це широкі, з великим поясом і зазвичай. Так, якщо говорити вже о фігурі, о том, как оно сидит, и обязательно, во-первых, у нас существует несколько типов фигур мужских, и нужно учитывать эти типы фигур и подбирать себе одежду, соответственно, крой футболок, крой джинс, крой рубашек и так далее. Плюс еще у нас существует несколько типажей мужской внешности, и это тоже будет влиять на выбор одежды или текстуры ткани, которую человек будет носить. Вот благодаря всем вот этим знаниям, плюс цветотипу, у нас получается очень крутой мужской образ. Что ж, ну, я думаю, ми розібрали дуже-дуже все чітко і доречно, а от зараз хочеться поговорити про вплив жінки на стиль чоловіка. Да, і любой мужчина, который столкнулся з женським влиянием, з грамотним женським влиянием, он буде говорити, приходи ко мне, наведи порядок в моїй житті, в моєму домі і в моєму стилі. Поэтому это зависит от женщин, как она умеет подать, как она умеет ухаживать за мужчиной и, соответственно, его одеть. Конечно, женщина – это эстетика, женщина – это энергия, женщина – это творчество, женщина – это соединение порядка, красоты, вкуса, хорошего настроения. Поэтому, естественно, для мужчины очень важно, когда женщина грамотно зайдет, не претендуя на его территорию, не претендуя на то, что я сейчас приду и тебя переодену, и все будет так, как я скажу. Нет, грамотно, мягко, только с позволением мужчины. И когда он увидит все плюсы женские, он, естественно, захочет выглядеть лучше, и чтобы она к нему прикоснулась и изменила его внешний стиль. Ну, конечно. Это как раз випадок, коли жінка може зробити все, і він може це зрозуміти по поглядах інших жінок на собі, правда? Ну, це така, я б задумалася, чи треба це робити, дівчата, але треба. Чоловіки стильні, чоловіки гарні, вони завжди прикрашають жінку. Тим більше це додає впевненості, і чоловікам також. Можливо, вони на перших якихось порах заперечують, відштовхують це все, я мужик, я можу бути як бомж, але брутальний, ну, лісоруби, гіпстерів. Мужики не танцюють, так. Ну, але ми ж говорили про те, що треба м'яко, і так ніби він це сам зробив, а ви там просто десь з боку постояли. Просто подавала одежду. Ну, це просто, знаєте, такий підхід заміжньої жінки і незаміжньої. Мені здається, що це ще все у неї у майбутньому. Так, пройти всі мудрості і етапи. Так, ну що ж, друзі, ми потрохи будемо завершувати. Хочемо подякувати нашій чудовій гості. Я думаю, що ви до нас завітали не востаннє. Нам цікаво. Я думаю, що всім цікаво і обов'язково, що можна у соцмережах буде знайти це відео. Так, у нас в гостях була Яна Мурзаєва. Це персональний стиліст. Ми вам дуже вдячні за розмову, тому що як мінімум це було корисно і, ну, як максимум дуже цікаво. Ми точно ще з вами побачимося. А вам, друзі, ми кажемо вже до побачення, так? Так, думаю, кажемо до побачення і вже завтра Світлана та Каріна допомагатимуть вам прокидатися. Ну, а ми вас люблю.
любимо, цілуємо. Гарного вам продуктивного дня та тільки позитивного настрою. Майтеся. І стильних мужчин. І стильних мужчин.